Школы Мирнинского района расширят профориентационную подготовку. Глава Якутии Айса Николаев во время работы в Мирном встретился с общественностью и молодыми специалистами. Илдархан отметил, району необходима реформа среднего образования. Школы должны ковать кадры для крупных компаний, работающих на территории Алмазного края. И здесь необходима более тесная координация образования с недропользователями, чтобы рабочие места получали местные жители. В связи с этим начальнику управления образования Мирнинского района нужно детально проработать этот вопрос и создать пошаговый план реформирования обучения школьников. Это будет очень расширенная профориентация. Все-таки вот мне бы хотелось понимать, какие кадры нужны нашим предприятиям, которые есть в республике. Это первая задача. А вторая, ну, на школьном уровне – это классы профориентационные. У нас же сейчас есть Роснефтекласс, Алроса-классы. Но это, представляете, на весь район, ну, фактически 2-3 класса. Мы, конечно, занимаемся дуальным образованием, то есть профессии какие-то даем. Но, на мой взгляд, надо, во-первых, расширять эти профессии, а во-вторых, все-таки заменить их более современными. Ну, сейчас же, знаете, цифровизация, IT-классы вот эти и так далее. Для школьника изменится это. То есть выбор возможностей точно увеличится.